Научно-практическая конференция под названием «Столетний период в истории белорусского народа в стремлении к независимости, территориальной целостности, самоидентичности и государственности с самоопределением пути развития» состоялась накануне в Бресте. Организаторы мероприятия – Брестский горосполком и Брестская областная организация «Белая Русь». Эта тема интересна не только для старшего поколения, эта тема интересна, я думаю, и для молодых людей. У нас на конференции примут участие 4 доктора наук, 2 кандидата наук. То есть вот статусность конференции очень высокая. Чтобы эта конференция прошла не просто как какое-то галочное мероприятие, эта конференция, надежда то, что она затронет каждого участника конференции и способствует тому, что люди заинтересуются развитием нашего государства, более глубоко будут изучать. А люди, которые знают историю, у них есть будущее. Не только настоящее, но и будущее. Участники мероприятия – представители науки, вертикали власти и молодежь. В числе почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны. Белоруссия – это часть Советского Союза. Она сохранила очень многие завоевания октября. И поэтому Белоруссия – это моя вторая родина. Я после войны второй раз родился именно в Беларуси. И всю жизнь посвятил Беларуси. В ходе встречи были представлены 6 докладов, охватывающих широкий спектр тем. От зарождения белорусской государственности и становления БССР до роли Белой Руси в формировании национальной идентичности и института президентской власти в современной Беларуси. Я буду говорить о значении советского периода в истории белорусской государственности. То, как проходило становление белорусской национальной государственности на советской основе. Потому что, как бы там ни было, именно ССРБ стало реальным государственным образованием белорусского народа именно как национальная форма государственности. Для нас это очень важное и большое значение имеет. И я хотел бы тоже акцентировать внимание слушателей на том, что советский период в целом в истории белорусской государственности имеет очень большое значение, потому что именно там были заложены социально-экономический, духовно-культурный и общественно-политический потенциал, который позволил современной Республике Беларусь успешно развиваться как независимому государству. В 2019 году исполняется 25 лет введения Института президентства в Республике Беларусь. Это чрезвычайно важное событие, определившее развитие государства Республика Беларусь, определившее жизнь наших людей. То, что произошло 25 лет назад, сложно недооценить или переоценить. Мы должны сейчас, посмотрев на прошедший этап исторического развития, сделать выводы, провести анализ. И вот в моем докладе, и я думаю, на многих других научных мероприятиях, которые будут проводиться у нас в стране, эти выводы, этот анализ будет проведен. Организаторы уверены, конференция в горосполкоме – одно из первых, но далеко не последнее мероприятие, посвященное вековому юбилею с момента образования БССР. Масштаб произошедших тогда изменений особенно хорошо виден сегодня, а потому и говорить, и писать, и даже дискутировать о них будут, что однозначно хорошо, ведь история может простить многое, кроме пренебрежительного отношения и забвения.